друзья! Отдел краеведческой литературы в рамках проекта по продвижению книги чтения продолжает серию видеосюжетов, посвященных книжной выставке «КТАП Жене Коломьер». В этот раз мы предлагаем вашему вниманию сборник стихотворений кустанайского автора Екатерины Медведевой «Смышляевой. Собор из розовых теней». Сейчас Екатерина известна как общественный деятель, депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан. Но она еще и талантливый поэт. Она была членом литературного объединения «Ковчег», победителем различных литературных конкурсов, дважды лауреатом Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт». Ее произведения печатались в литературно-художественных журналах «Берега», «Простор», «Алга», «Нива». В сборник «Забор из розовых теней» вошли стихи разных лет, различные и по содержанию, и по форме, но почти всегда они отталкиваются от какого-нибудь реального факта, от пережитого автором лично. И этим подкупают. Сборник будет интересен не только любителям поэзии, но и самому широкому кругу читателей, поскольку простые, но в то же время вдумчивые строки Екатерины Медведевой отражают нашу повседневную жизнь. Будни, будни, свет на кухне, разговоры о судьбе. Если мир однажды рухнет, я, мой друг, приду к тебе. Значительное место в творчестве поэтессы занимают стихи гражданской направленности. Тема Казахстана и малой родины, кустанайщины, находит свое отражение через призму конкретных, зримых, вполне осязаемых образов. Облака от станции к станции отражают узоры машин. Тени длинные, грязными танцами развлекают остаток души. От вагонов благоустроены, веет зеленью перемен. Благо, наша земля устроена без заборов, дверей и стен. Грязь платформы не пыль дорожная. Время, график, спешим и спешим. Просто родина — штука сложная для обманутой русской души. Облака плывут, как положено, и вагоны за ними тянутся. Отчего ж мои мысли тревожные с места сдвинуться не решаются? Но даже в этих стихах Екатерины главенствует не пафос, а лиризм. Еще ярче он проявляется в стихах о природе и о любви. Поэтесса очень чутко улавливает настроение. Уходишь рано, приходишь поздно. Обед на кухне и свет в окне. Приходишь светлым, приходишь грозным, приходишь нежным, но не ко мне. Напротив дома молчат качели, а вечер снова длиннее дня. Не от меня ты ушел в апреле, уходишь в осень, не от меня. Приходишь поздно, уходишь рано, тропой известной лишь мне одной. Бываешь грубым, бываешь странным, бываешь лучше.